Значит так, мы определились, что к массажистам мы идем, к остеопатам мы идем только те, кто умеет работать с трастовыми техниками. Мануальные терапевты то же самое. И если ваша проблема недавняя, то есть ей до 3 месяцев. Если ваши боли уже больше 3 месяцев, то даже после того, когда вам выстроят позвонки, все правильно уберут ротационный подвиг позвонков, уберут функциональный блок атланта, то у вас проблемы все равно останутся. Почему? Потому что боль уже записалась на подкорке головного мозга, и самое главное, оболочка нерва длительной компрессии уже травмирована, разрушена, передавлена. Вам надо восстанавливать эту оболочку. Как мы восстанавливаем эту оболочку в нашей клинике? Во-первых, постоянное прогревание высокоинтенсивным мощным лазером 12 Вт. То есть это лазер по технологии HILT, это очень мощный стимулятор заживления ткани. Вот если я палец порежу там где-то в гараже, в огороде, так он заживает неделю, если я лазером посвечу, он заживает за 2 дня. Дальше мы назначаем витамины группы В в больших дозировках, но врач-невролог назначает обязательно. Второе, мы делаем согревающие процедуры на TR-аппарате, это специальная контактная дотермия, ток проходит сквозь ткани и стимулирует их регенерацию. И самое главное, мы делаем инъекции плазмы по правильным протоколам в подзатылочную область, крайнюю цервикальную область, находим пораженный нерв и веерно обкалываем. В плазме находятся факторы роста. Плазма может снимать как системное воспаление, так и может давать клетки, ваши собственные клетки, да, то есть факторы роста, там есть белки. В плазме очень много белков, около 3000 белки, причем ваши собственные, не белки какого-то чужого мяса там, или яиц, или коровы, а ваши собственные. Поэтому организм впитывает это все в себя очень хорошо, усваивает. Через час тромбоциты вступают в активную реакцию с коллагеном, который находится в наших мягких тканях, и начинают работать активно, все лечить, залечивать. А лазер и другие физиопроцедуры это быстро устраняет. Ну, про мануальную терапию я рассказал, про пальпаторную диагностику, то есть вы пальцем сами себе можете прощупать, пропальпировать. Если у вас где-то болит, вот, к примеру, у меня болит вот выемная связка, сюда медиальный, к центральной линии, то есть как раз место выхода большого затылочного нерва, и я давлю на нее сильно. Если бы у меня был воспален нерв, боль бы радировала сюда в теме. Но не дает. Значит, диагноз лигаментоз. То есть это не нерв, это просто болевые рецепторы в травмированных связках, которые прикрепляются к выйной линии. Это место называется энтезис, да? Место прикрепления связочного аппарата. Оно у меня вот с детства травмировано, и надо лечить лигаментоз. Просто лигаментоз лечить тяжело, потому что связки это неживые клетки. Период полураспада сухожилий 200 лет, грубо говоря, это не лечится. Вот эти рубцы, которые образуются в связках, можно только размягчить. И размягчить их можно несколькими способами. Это инъекции озона в эти рубцы и специальная фокусная ударная волна, которая сможет их разбивать. Но это дело не одного сеанса, это все курсовое лечение, поэтому это долгая история. Самое главное, мы во время лечения не должны опять травмировать этот аппарат, то есть не попадать под сквозняки, не ходить на жесткий массаж, нельзя долбить вот этим аппаратом, вибратором не медицинским, потому что он будет давать дополнительную травму. Нельзя нервничать, потому что когда люди нервничают, в первую очередь зажимают вот так вот шею, втягивают голову в плечи, и потом становится плохо. То есть вот такое вот видео, длиной, наверное, минут 20, но надо было его снять, это будет 2 части. Позвонили, прервали, я думаю, вам
для вас это нужная информация. Ставьте лайки, делайте репосты. С вами был Казакевич Виталий. Если у вас проблемы, приезжайте лечиться в нашу клинику Атланта. Пока-пока.